Буквально 10 минут назад на одном из российских сайтов появилась эта ужасная новость. Многие до сих пор рыдают и никак не могут успокоиться, так как российская певица Мария Максакова является для многих кумиром. Мария Максакова рассказала о проблемах со здоровьем. Оперная дива пережила ужасные мучения. Певица поделилась воспоминаниями о том, какие страдания она пережила. Болезнь атаковала Марию, когда та была беременна дочерью Люси. Звезда отправилась рожать в Германию, несмотря на плохое самочувствие. Знаменитости поставили диагноз бронхит. Заболевание страшно тем, что в запущенных случаях может привести к смерти пациента. «Я кашляла кровью», — говорит Мария. При этом артистка принципиально не принимала антибиотики, чтобы не травить лекарствами плод, и мучилась. К счастью, дедок матери не отразился на здоровье наследницы. В Москву оперная дива вернулась спустя 3 недели. Отметим, что у Марии Максаковой сейчас крайне сложные отношения с детьми. Отпрыски не хотят видеть мать и не общаются с ней. Так недавно, в день рождения дочери, исполнительница отправила Люсе стих с поздравлением, но девочка не стала отвечать ей. Мария Максакова надеется, что ей удастся вернуть любовь своих детей. Давайте, друзья, подпишемся на наш канал. Будем следить за жизнью Марии Максаковой. Будем надеяться,